Семья Пашиняна хочет сбежать и прилетела в Москву в поисках квартиры. Телеграм-канал Медиапорт опубликовал видео, на котором видно, как супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в сопровождении двух дочерей и многочисленных сотрудников службы охраны выходит из московского аэропорта. Источник сообщил, что члены семьи Никола Пашиняна тайно прибыли в Москву для получения российского гражданства. Уточняется, что семья премьер-министра приехала в российскую столицу в поисках квартиры. Друзья, приглашаю вас на два моих авторских канала «Павел АЗ» и «20% АЗ». На этих каналах я выражаю не мнение экспертов, а свое личное мнение. Ссылки на каналы вы найдете в описании к этому ролику.